Столицу украшают ко Дню Республики. Сегодня праздничные баннеры появились на Доме Советов. Раньше здесь были цвета флага Тирасполя. Их заменили на красно-зеленые. На здании установили и юбилейную эмблему. Монтаж проводят специалисты рекламного агентства «Эксклюзив». Работать им предстоит еще несколько дней. Еще одна праздничная инсталляция уже смонтирована перед памятником Суворову. Ее тоже сделали в рекламном агентстве «Эксклюзив». Празднично оформлена вся улица 25 октября. Перед Днем Республики украсят и фасад драмтеатра, сцену в Екатерининском парке.